Мир вам, Игнатик. Ну, тебя не видно. Ну, вот теперь видно. Слушаю, Георгий. Игнат Тихонович, у меня вот такой вопрос. Я вот, у меня сейчас вот, да, с работой, вот, слава богу, сейчас все нормально. Я вот хотел бы у вас книги заказать. Ну, как что? Это можно сделать? Через кого? Ну, какие-нибудь книги там, во свете, там, проповеди в стихах. Они тоже будут не нужны мне. Ну да. Это только через сестру Елену. Я тебе сейчас... Я скину тебе данные. Ага. Ты узнаешь там цену, все, что есть. Угу. А там все книги? А там вообще дорого будет? Не знаете? Ну как, дорого, недорого, дорого. Это же не семечки продаются. Вот который у меня полный комплект был, это 52 тысячи. 18 книг. 38. А вот который сейчас переиздали к истинному православию, 2200. А проповедь в стихах 4 тома, 8800. Угу. Ну, у тебя денег-то нет таких? Нет, у меня зарплата маленькая очень. Ну, мне все, вопрос отпадает. Пока будешь иметь, тогда снова позвонишь. А, Игнат Тихонович, а вот у меня, раз вы говорите, денег мало. Если что, я могу вот в следующем году в Потеряевку приехать? Потому что у меня зарплаты вообще мало. Меня на работе обманывают. Меня на работе зарплату не выплачивают. Далеко, там... так не будем загадывать. Мы не знаем, что сегодня будет. Угу. Ну, если что, вот я бы заранее спрашиваю. За это время мы увидим, как что будет. Сейчас ничего нельзя сказать. Мы не знаем, что завтра будет. Яков это осуждает, апостол. Мы не знаем в этот час, что будет дальше. Так что давай там, чтобы у тебя было все нормально, с родителями, по работе, и тогда разговор можно вести будет. С родителями я вас вот послушал, я вот ну как-то вот начал почитание какое-то проявлять к ним, как-то вот молчать, когда они что-то говорят, да. Думать, что они говорят, как бы вот за квартиру платить стал. А, ну, отношения все тоже такие же. Я думаю, точно так же все. Ну, мы не знаем, правда, что будет, но вроде все точно так же. С отцом отец отпускает, мать, ну, то же самое. Ну, мать неверующая, что там думать-то? Что сказать? Старайся как-то, чтобы было по-божески. Ну, конечно, как бы, ну, и, конечно, понимаешь, что нельзя в Потеряевку не приезжать, вот они так и будут противиться. Им объясняют, что вот это не сектант, мы не секта. Нет, Потеряевка, я говорю, я про Патриархи Кирилле, это все сектанты, ваша церковь православная секта, ну, им ничего не объяснить. Православная церковь секта? Да, они так и говорят, ну... это секта, это еретики. Ну, а что спрашивают-то, она совсем еще не знает. Секта – это по отношению к церкви, а если церкви нет, то и секты нет. Церковь возникла в 1 веке, там мы к нему и относимся. Православная церковь. А сектанты – это извратители Слова Божия, еретики. 3 глава, 10 стих, послание к Титу об этом говорит. Еретика после 1-2 обращения отвращайся? Отвращайся, больше не разговаривай, не подходи, все отвратись и иди. Угу. То есть заниматься своей душой, спасаться? Конечно, зачем тебе они нужны? Они, говорят, будущие самоосуждены. Павел знал это. Их нельзя ничего сделать. Они уже души продали свои. Они вон танцуют, пляшут, там что попало делают. А если ты не знаешь, я тебе скину, что у них там творится. Хорошо. Вот это, скажи, сектанты. Они церковного ничего не имеют. А у нас церковь, богослужение идет, все снимается. Ну, так я так и говорю, у нас патриархи, у нас епископы, они все продажные, они все сектанты. Ты не ходишь в церковь. Ну, ходи в церковь. Почему не ходи? Ходи в церковь. Ты как... Нет, они... Куда я хожу? Я хожу к сектантам. Я говорю, у нас епископ, у нас священники. Это все продажные, это все не настоящие священники. Куда ты... Скажи, куда ты ходишь-то там? Я не знаю. Я же не спрашиваю. Куда ходишь-то? В какую? Церковь? Храм? В храм, да, вот с Михаилом, в Никольский собор. Ну, и в чем дело тогда? Какой вопрос? Ну, они, я им показывал даже фотографии. Ну, все, ладно. Они отрицают. Не надо, ну, скажи, с нами пойдите вместе, со священником поговорите. Обстановка меняется. Сегодня такая, завтра такая. А ты пока молись за родителей, делай добро. Они родители. Все. Оказывай им всякую почесть. Не огорчай их. Угу. Ну, все тогда. Все, на будущий год ничего не буду говорить. Давай помолимся. Да благословит Господь пути наши, по воле Твоей все устрой, Господи, и противящийся покори истине Твоей. Только Ты, Бог наш, не терпящий никакой лжи,
смири врагов наших, откроем истину Твою, что на том свете нет покаяния. Они губят свои души, говоря ложь, ибо дьявол есть лжец и отец лжи. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, во славу Божию, отошел. Спасибо, Иисус. Да, больше зря не звони, у меня времени даже нету на это.